Всем привет, дамы и господа, с вами Айсер Верай. И предыдущие ролики вы поддержали максимально жестко лайками, максимально жестко комментариями. Написали просто столько комментариев, столько лайков поставили. Вы просто лучшие, вы просто жестко рекомендуете эти видосы. Спасибо вам огромное, не забудьте и в этом же видео прожать лайк. Но здесь есть одна проблема. К сожалению, реплей не записался данного боя, но это будет вырезка со стрима, поэтому сильно не закидывайте меня камнями, там, яблоками, неважно чем. Сильно не бейте. Ставлю вам вырезку, посмотрите, там 10 тысяч урона на ББшках. То есть ни одного голдового снаряда, просто ни единого голдового снаряда не было в боекомплексе, только ББшки и пару фугасов. Поэтому очень, я думаю, интересно будет, очень познавательно для тех, кто играет на ББ в основном. Поэтому посмотреть, погнали. Так, ладно, го-город, там тем более захват, по-любому там рубанем. Не, ну да, если первый раз, конечно, то сложновато, братулек, сложновато. Видимо. Поехали на первую линию. Ну как на первую, на нулевую, если быть точным. В городе, самое левое. Так, что у них, эвик, семерка. О, две алтехи. О, чат, спасибо огромное, 2к есть, можно и поесть. Спасибо огромное, чатик, спасибо за 2000 лукасов. Огроменное спасибо вам за поддержку, что поддерживаете стрим. Так, я думаю налево проехать. И где-то вот здесь вот встать. Блин, главное, чтобы наши подъехали ко мне, а не бросили. Главное, чтобы они меня не бросили. Потому что я не хочу быть брошенным. Я не хочу быть брошенным, братья. Привет, дорогой друг, я немножко тебя отвлеку от просмотра данного видео. Тут вышел новый набор Twitch Prime, я бы советовал тебе взглянуть на него вообще в целом, да? Гарантированная награда, что ты здесь получаешь. Это 2D стиль, очень красивый. Командир, 10 БЗ на X5 опыта, чтобы танчики быстрее прокачать. Один день премиум аккаунта и 2 из 6 ты можешь выбрать вот из этого, из 4 танков, и 5 БЗ на X5 опыта и 10 универсальных чертежей. Хотя Каенчика можно взять, покатать, посмотреть, он, ну, его дадут тебе на 10 дней в аренду. А потом уже, если захочешь, можешь 15% скидки приобрести. Остальное такое себе. Вот. Больше не задерживаю. Более подробная даже информация, она будет в первом закрепленном комментарии. Давай. Блин, ты посмотри, ни там, ни сям. Получай на 500. Ну а что? Ладно. Смотри, как выходит. Смотри на него, смотри. На! Куда ты лезешь, родной? Куда ты собрался? Надо как-то его, наверное, убивать пытаться. Вы что думаете? Стоит ли оно того? Ну, я бы на месте семки просто вышел, тонканул бы, и мы его забрали. Помоги мне. У него две отметки, давай, брат. На. Получай. Куда ты лезешь, братулечик? Братуленчикся, ты куда лезешь одной? Оба, еще тебе шотик. Как хорошо я его разбираю, да? О, а вот это уже страшно. А вот это уже реально страшно. Блин, ну... Надо было выходить тогда и забирать его. А сейчас уже, конечно, поздно. Там еще тем более его зацеливают. То есть, если мы выйдем, скорее всего, мы получим шоты. Две семерочки, давайте, давайте. Душите, пацана, душите. Но мы не дадим своих в обиду, понятно? На. Я своих в обиду не даю, вам ясно? Или не ясно? Лично.
Я тут нормально с ними повоюю, пожалуй. Блин. Гребаный кашель. Сколько ты будешь еще со мной? Не хочу я с тобой дружить. Ой, там хэвик поехал, сори. На. Ну этот пофиг. Пока что. Помогу сюда. Пока идет, надо помочь. Ну все, они его заберут, погнали. Пробил каждый. Все шоты пробил? Ты шо, гребаный задрот? Что ли? Он пробил два шота залпом. Офигеть. Вот это ты гребаный. Ты гребаный лучший получается. Гребаный лучший. Есть такое еще сочетание слов? Он как бы и гребаный, но одновременно и лучший. Вообще так можно сказать, да? На каток. Останавливаемся, родной, останавливаемся. Это ГИБДД. ГИБДД. Как говорится. Оп, на каток. Не дал на каток. Так, ну что, сушкенцы, 7-5 счет. У меня на самом деле все еще печальненько. Обратите внимание, что у меня реально все еще печальненько по хп. Я только что на 505 получил, а не должен был получать. Оп, еще на 5 сотен. Слушайте, а бой на ББшках можно сделать, кстати, на 10 тысяч, кстати говоря, если что. Это так вам говорю, на всякий случай. Что реально я уже 9к дал. Имейте в виду. Если получится, если наши базу не возьмут, они могут базу взять просто. То да, 10к тут не будет, к сожалению, если базу возьмут. Отлично, 9600 есть. Фугасом дал попадание. 9800, бля, я должен был давать ему нормальный шот, было бы 10к, прикиньте. Бля. Я должен был. Я должен был ему обычный шот давать, я даун. Я такой долбан. Я думал, я его сейчас пробью таким фугасом. Типа. 9800 тоже нормально, почему нет? Согласны? Гребаный ёлкич, ну дай ты мне дать шот. Ну ёпарасэте. 9800, гайз. Я сам виноват, должен был дать ему на ББшках 10к. Господа, 10к на ББшках. Ну, то есть, это не без голды. Это нормально. Пойдет. Жалко, конечно, что я обосрался в очередной раз. Потому что мог дать 10к. Ну, это сервак, вы же знаете его. Это ж лох. Знаете, местный лох. Блин, я не пробил, видишь, упал снаряд гуслю ему, типа, и... Ой, ладно. Поехали дальше.